Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня у нас на обзоре коаксиальная акустическая система двухполосная от компании Sony, моделька GT1720R. Размер акустики 17 сантиметров. Поставляется вот такой вот коробочкой. Давайте посмотрим, что у нас идет в комплекте. Давайте по порядку. Здесь у нас идет монтажный комплект. Это саморезы и металлические пластины для крепления динамиков. Коротенькие проводочки с коннекторами. Также инструкция небольшая имеется. Ну и сами динамики. Один динамик, и второй. Динамики, в принципе, довольно-таки маленькие по глубине. Установочная глубина 42 мм, но в то же время довольно-таки мощные. Номинальная мощность 40 Вт, пиковая 250 заявленная. Сопротивление идет 4 Ом, чувствительность 91 дБ. Материал магнита здесь идет ферритовый магнит. Корзина идет штампованная из стали. Материал диффузора полипропилен. Видим пищалочка, которая не выступает над самим динамиком. То есть можно без проблем установить в двери, то есть в карты без проблем установится. Даже, я думаю, в любой автомобиль такой глубины будет более чем достаточно, чтобы установить. Ну и второй динамик абсолютно идентичен, такой же, есть много мест для крепления самих динамиков, ну, в принципе, вот такой вот план. При покупке на данный комплект распространяется гарантия, составляет 1 год. Более подробные характеристики и стоимость вы можете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.